Вот черт. Конечно, запаски нет. Хотя зачем мне она? Все-таки есть Бог. Ты чей приятель? Вот и доехали. Павел Крик. Доброе утро. Привет, Дерек. Ты ранняя пташка? Да, я давно на ногах. Заходил в поло-клуб, смотрел, как тренируют лошадей. Ну и что ты думаешь о нашей версии спорта королей? На самом деле это теннис или охота на лис? Неважно, Августа знает. Да, поло-спорт дорогой, но ваш клуб может потягаться с лучшими в Европе. Лошади просто отличные. Я взял на себя смелость принести тебе завтрак. В отеле его называют континентальный. Дерек, ты меня вечно кормишь. Как бы там ни было, завтрак заказан. Ладно уж, я поем. Я решил, что еда тебя успокоит, и ты не воспримешь мою идею в штыки. О, понятно. Ты все рассчитал. Да, причем правильно. Тебе нельзя давать время на размышления. Меньше услышишь критики. Мой склонный к анализу мозг не раз выручал меня в адвокатской работе, да и в быту. Те, кто со мной знаком, вряд ли меня назовут недальновидным и опрометчивым. Особенно после того, как ты подарил 25 миллионов долларов. Знаешь, ты в чем-то права. Наверное, я откажусь от затеи с пола. Впрочем, нет, не откажусь. Я всегда делаю то, что хочу. Если не потакать своим прихотям, жизнь перестанет радовать. Очень здоровая философия. Нет. Нет, так нет. Может, это и не здоровая философия. Пляж. Пляж. Очередное вложение. Пляж. Нет, я хотел сказать, мы позавтракаем на пляже. О! Я поняла, прости. Я старалась во всем соглашаться с тобой и начала забывать, с чем согласилась. Так ты хочешь круассаны с песочком? Думаю, мы ограничим тебя в правах. Нет, я не против, правда. Но если ты предложишь есть яйца в смятку, я откажусь. Когда я жил в детском доме, тогда их называли приютами, мы все обожали бывать на пляже. Нас туда не так часто водили. Тогда идем на пляж. Моя прическа напоминает гнездо, и я не могу найти мистер Гриффин.
Да. Простите, я не знала, что вы здесь. Доброе утро. Что ты ищешь? Неважно. Что это, завтрак? Присоединитесь к нам, миссис Локридж. Нет, в отличие от Джулии, я ничего не ем по утрам. Нет аппетита. К тому же, мне нужно спешить на деловую встречу. Она состоится в твоем офисе. Ты не против? Нет, нисколько. Мы отправляемся на пляж. Как мило. Джулия обожает гулять по пляжу. Всего вам доброго. Августа, ваша прическа ничуть не напоминает гнездо. Спасибо. Я тебя догоню. Да. Итак, примерно в котором часу ты вернешься? Я еще не знаю. Прости, но мне нужно знать, когда ты вернешься, поскольку если ты будешь поздно, мне придется предупредить миссис Коб. Хватит. Мейсон замучил меня намеками, теперь ты начинаешь. У нас с Мейсоном мало общего, но он, как и я, обладает способностью к дедукции. Вчера здесь было полно посетителей. Но твой брат так и не появился. Нет, не появился. Я его давненько не видела. Он уехал. Ты знаешь, куда? И да, и нет. Что ж, отлично. Не хочешь, не говори. Ники! Перестань думать о Крузе, ладно? А кто о нем думает? Он поехал к Иден, и если не ошибаюсь, они уже встретились. Ты зря со мной так. Мы с твоим братом друзья. Я желаю ему счастья. Что там еще? Эй, держись, держись за меня! Держись! Идем! Идем, ты бы помогла мне! Я вызову скорую. Давай. Нет, нет. Звони скорую. Нет, не надо. Нам все равно придется вызвать полицию. Кто тебя ранил? Кто тебя ранил? Ты? Ты работал в конюшне Тоннелла с Трэвисом? Вот так встреча. Постойте, вы что, знакомы? Я знаю, о чем ты думаешь, но я не любовница Трэвиса и не была ею. Я коп. Скажи ему. Она коп, это правда. Она коп. Я следила за ним. Благодаря мне Трэвис оказался за решеткой. Тебя пырнул кто-то из конюшни, я угадала? Неважно. Я жив. А девушке может повезти меньше. Келли. Келли Кэтвол? Ты ее знаешь? Келли? Где ее можно найти? Зачем? Что может случиться с Келли? Что ей угрожает? Те, кто напал на меня, теперь ищут ее. Хочешь весь день провести в постели? Только не одна. Где ты был? Осматривал док, не бойся, я был осторожен. Я и не боюсь, но когда тебя нет, мне становится так одиноко, и я... Келли, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я знаю. Как там дела? Я говорил с бригадиром. Похоже, люди Ханта снова зашевелились. Роберт, что мы будем делать? Я знаю одно. Мы не сможем убирать преступные звенья синдиката одно за другим. На это нет времени. Но другого не остается. Нам придется сдать всю организацию Тоннелла сразу, всю. Разве у тебя достаточно улик? Нет, но они есть у Августы Локридж. У нее имеется микропленка с именами, датами и прочим. Все о связях Тоннелла с мафией. Я давно знаю Августу. Вряд ли она отдаст тебе эту пленку. Да, поживем, увидим. Я с ней сегодня встречаюсь. Даже если ты заберешь у нее эту пленку, что дальше? Ты останешься без компании, без денег, ни с чем. В жизни бывают вещи похуже, чем потеря денег. Я не оставлю тебя. А если я разорюсь? Это не важно. Мы уедем куда-нибудь, в Европу, в Южную Америку, на Сиренос. Мы сможем начать все заново. Конечно. Мне пойти с тобой на встречу с Августом? Нет, она не очень-то любит вашу семью. Ее можно понять.
Умеешь пользоваться оружием? Если не ошибаюсь, это не так уж сложно. Вряд ли Хант посмеет тронуть тебя, но на всякий случай лучше иметь оружие. Ты надолго уходишь? Нет, я быстро вернусь. Только, пожалуйста, не покидай яхту. Ты мне обещаешь? Да. Отлично. Знаешь, я кое-что заметил. С тех пор, как ты здесь, мы почти перестали ссориться. Может, давно стоило это сделать? Не переживай. У нас еще столько лет впереди без всяких ссор. Верно. Я навсегда это запомню. Сплав красоты и опасности. Их так причудливо соединила природа. Да. Да. Она помогает понять, где твое место в мире. Правда? Мы с тобой обычные люди. Мне так не кажется. По крайней мере, сегодня. Мы с тобой особенные. Это ты особенная.
Иногда я думаю, что было бы, если бы мы не нашли друг друга. Если бы мы не встретились. Какой бы стала бы моя жизнь, если бы я не обрела счастье с тобой? Может, я бы не поняла, чего я лишена? Нет, я бы поняла. Я бы всю жизнь искала тебя. Я бы ждала, когда ты появишься и наполнишь мою жизнь светом и радостью. Я верю в судьбу. Нас свела она. И сегодняшний день был предначертан ею. Как ты намерена поступить со списком Донована? Может, ты мне подскажешь? Он тебе ни к чему. Тебя интересуют лишь деньги, и лишь они могут обеспечить тебе достойную жизнь. А сейчас, Роберт, мою жизнь нельзя назвать достойной? Не забывай, у меня есть 2 миллиона долларов от продажи победителя. 2 миллиона долларов? Ты давно не была в Санта-Барбаре. 2 миллиона считались приличной суммой, когда ты отсюда уехала. Но если ты попросишь риэлтора подыскать тебе за 2 миллиона домик на Монте-Чито... Не беспокойся, мне пока еще есть где жить. Августа, я могу тебе кое-что предложить за список Тонова. Он мне нужен, и я готов хорошо заплатить. Этих денег хватит на то, чтобы приобрести роскошную виллу, обставить ее и даже завести дворецкого. Хотелось бы знать сумму. 2 миллиона долларов. Ты их добавишь к тем, что уже есть, и вернешь себе респектабельность. А если ты не избавишься от списка Тонова, его грязное прошлое так и будет за тобой волочиться. Разве? Ты мне угрожаешь? Нет, предлагаю. Подумай. Ты ничего не теряешь, продав мне список, а получаешь 2 миллиона долларов. Повтори, что я в итоге получу, Роберт. Второй шанс. Замечательно. Ты согласна? Знаешь... Вернувшись в Санта-Барбару, я лишь раз ощутила полноту жизни, продавая победителя. Конечно, я с радостью отдала часть денег на благотворительные цели. Конечно. Все-таки аукцион удивительно соответствует моему темпераменту. Приятно видеть, как люди тянут руки. Я жду ответа, Августа. Я знаю, Энтони был не безупречен, но одному он меня научил. Не соглашаться на первое предложение. Ждать, когда цена вырастет. Я единственный покупатель. Мне кажется, ты не желал бы так страстно получить этот список, если бы на него не было других претендентов. С ними не поторгуешься, Августа. Да? Вот уж не думаю. Я в жизни всякое видела. Это не шутки. За список и убить могут. Спасибо за предупреждение, Роберт. Не бойся, меня они убьют. Я тебе позвоню. Как здорово. Нас вечно уводили отсюда, не дав поиграть во что-нибудь. Я обожал этот пляж. Я тоже люблю здесь бывать. Тебе везет. Открыла дверь, и вот он, океан. Мы с Мейсоном приходили сюда с Самантой почти каждый вечер. Он с ней часто возился? Да, и сейчас тоже. Он очень о ней заботится. Думаешь, это не похоже на Мейсона? Он любит детей, хотя большинство людей вряд ли об этом подозревает. Я не против того, чтобы он виделся с дочерью. Прости, тебе, наверное, неприятна эта тема. Время лечит раны, не так ли? Наверное, в этом клише есть доля истины. Надеюсь, есть.
Ты надеешься только на время? Я говорю не о своем браке. Его уже ничто не спасет. Но мне просто пока не хочется начинать дело о разводе. Может, ты к нему не готова? Не хочешь развода? Когда я решила выйти замуж за Мейсона, я знала обо всех его странностях и слабостях. Он знал о моей эксцентричности. К тому времени у нас уже был ребенок. Мы были взрослыми, самостоятельными людьми. Когда направлялись к алтарю, понимали, что нас ждет, и были готовы к этому. Но, как оказалось, я переоценила себя. Да. Терять того, кого любишь, при любых обстоятельствах нелегко. Вы с Мейсоном давно вместе? Джулия, ты боишься одиночества? Нет, нет. Я привыкла жить одна. Я была одинока до встречи с Мейсоном. Да и Мейсон часто покидал нас с Самантой. По крайней мере, у тебя есть Саманта. Сосредоточься на ней, и жизнь войдет в колею. Ты ведь финансово самостоятельна. Я не буду просить деньги у Мейсона, их у меня достаточно. Нам с дочерью хватит. Если он захочет оплачивать ее учебу, туристические поездки, положит деньги на ее счет, прекрасно. Но при разводе я не упомяну о деньгах. И если уж речь зашла о них, то ты, как никто, понимаешь, что деньги в жизни не самое главное. Я понимаю. Ты отдал все, что имел, на благотворительность. Я отказался от своих акций компании Capital. Мы с тобой сумасшедшие. Как ты думаешь? Знаешь, мне кажется, мы счастливые. Мы на это способны, а другие нет. Ты прав. Хорошо, что ты не придаешь большого значения деньгам. Посмотри вон на ту баржу. Видишь? Можешь понять, большая она или нет? Все зависит от перспективы. Я вела много дел о разводах. Легких и не очень. Угробила на них 200 или 300 часов своей жизни. И когда я думаю о том, на скольких разводах мне еще предстоит присутствовать, затевать свой мне жутко не хочется.
Что ты здесь делаешь? Я просто решил зайти, поболтать. Заодно проследить за тем, чтобы Келли не свернули шею. На мой взгляд, снабдить ее пистолетом и пожелать удачи в данном случае недостаточно. Ей нужен телохранитель, Боб. Роберт, они все знают. Что знают? Хант знает, что ты сотрудничаешь с полицией. Они разыскали Генри, избили его, угрожали... Кто такой Генри? Генри Конь. Он рассказал им о том, что мы нашли улики, и ты отослал их к Крузу. Здорово. Нам нужно уехать отсюда. Что значит уехать? Зачем нам бежать, если известно, что Ханту самому надо скрываться? Тогда найди Круза и передай ему список Тоннелла. У меня его нет. Ты же пошел к Августе за ним. Келли, ты знаешь Августу получше, чем я. Я предложил его выкупить, она теперь думает. У нас нет времени. Когда? Когда они навестили Генри? Вчера вечером. Тогда еще есть время. Я знаю повадки Ханта. Сначала он посмотрит, что я стану делать. Просить прощения и каяться во всех грехах, или возьму билет на Аляску. Почему бы нам сразу это не сделать? Мы не можем, Келли. Берегитесь. Что вам здесь нужно? Простите, что помешали. Похоже, нам лучше исчезнуть. А вы тут сами разбираетесь с двумя гориллами, которым приказано уничтожить вас. До встречи. Рик, подожди. Они подъехали пару минут назад. Откуда ты знаешь, что это они? Вряд ли это любители свежего воздуха. Я заглянул в машину. Они работают на Ханта. Тебя узнали? За кого ты нас принимаешь? Роберт, нам надо бежать. Мы выберемся, не волнуйся. Ты умеешь управлять яхтой? Кажется, это не так уж сложно. Мы поплывем вдоль берега. Они заметят, что яхта уходит и погонятся за нами. Действуй. Мы с Келли спрячемся на берегу и подождем, пока они уедут. Рик, спасибо. Не беспокойся, я справлюсь. Да, ты справишься. Знаешь, я все же давно не управлял яхтой. Идем, Келли, нам надо спешить. Трогательная сцена. Давай заводить мотор. Похоже, ты хорошо научился скрывать свои чувства. Раньше я не догадывалась, что ты ее Дверь гаража снова открыта. Надеюсь, Саманта не ела из миски соседской собаки. В будке, которой я нашла воспоминания Нэнси Рейган? Кстати, о миске. Как ты позавтракала? А как ты пообщалась? Успешно. Я рада. Что ж, если ты не хочешь рассказать о Дереке Гриффине... Я не хочу рассказывать, потому что нечего рассказывать. Допустим, я провела вечер с богатым, привлекательным мужчиной. На следующий день он повел меня ужинать. А утром явился в мой дом и пригласил на пикник.
Ты бы поверила в то, что мне нечего рассказать? Нет, но я не ты. Еще бы. Иногда мне самой не верится, что мы сестры. Для меня это комплимент. Джулия, я же вижу, как он на тебя смотрит. Да и ты теперь не очень переживаешь из-за Мейсона. Ты вовсе не безразлична к чарам красавца Дерека. Августа, мы разговаривали только. То же самое было вчера. Ого. Что Все хуже, чем я думала. Ладно. Я не хочу говорить о Дереке, но тебя, как видно, распирает от желания обсудить его достоинства. Давай, говори, но только недолго. Хорошо. Дерек был невероятно богат, когда он жил в Ницце. Он холостяк, возможно, плейбой. Такой мужчина способен увлечь любую женщину. Августа, в этом нет ничего плохого. Думаю, ты должна обратить на него внимание. Тебе осталось оформить развод, и хоть ты полагаешь, что держишь все под контролем... Это не так. Я вышла замуж за Энтони на зло Лайонеллу, чтобы сделать ему больно. Ты хочешь, чтобы я вышла замуж, Августа? Это смешно. Я думаю о твоих интересах. Не нужно обо мне беспокоиться. Я не намерена выходить замуж на зло Мейсону. Особенно за того, кого я почти не знаю. Ты лучше постарайся объяснить это Дереку. Мне снилось, что с тобой произошло несчастье. Автомобильная катастрофа, да? Да. Ты вел машину и... Мне снилось то же самое. Я была в Нью-Йорке, а потом все это... Что происходит? Я не знаю. Но что-то нас сюда привело. Перед тем, как ты уехала в Нью-Йорк, мне показалось, что мы помиримся. Я был потрясен твоим отъездом. А чего же ты ожидал? Я ждал объяснений. Объяснений? Тому, что Ники спала в твоей постели? О, Боже. Может, пойдем в отель? Разговор будет долгим. Ладно. Роберт, не ожидала тебя увидеть. Я не в гости пришел, Августа. Зачем ты вообще появился? Дела мы уже обсудили. Еще и подружку Кэтвилл с собой захватил. Полегче, Августа. Келли, ты так отличаешься от своей родни. Мне нужен список. И дня без него не можешь прожить, Роберт. Ты продашь или нет? Я же сказала, что должна выслушать другие предложения. Боюсь, ты их не услышишь. Роберт, а я все думала, когда же ты наконец покажешь свои клыки? Заткнись. Роберт. Не волнуйся, Келли, надеюсь, теперь Августа поняла, что мне нужен этот список. Тебе никто не предложит больше, чем я, поверь. Где эта пленка? Это я обнаружила у себя в офисе. Потрясающе. Еще пожертвования, причем существенные. Я знала, что ты обрадуешься. В письме говорится, что на их решение повлияла передача, которую сделала тебе Иден. Так что твоя мечта о создании детского дома, похоже, осуществится. Ты возьмешь на себя оформление депозитов? Конечно. Я решила, что надо скорее сообщить тебе об этом. И еще кое о чем. Да. Я смущена и даже не знаю, с чего начать. Ты меня заинтриговала. Дерек, мне очень приятно с тобой разговаривать. В этом городе практически все знают Мейсона, и многие знают меня. И нас все время пытаются помирить. Люди просто не понимают или не желают понять ситуацию. И ты был готов меня выслушать, и всегда слушал. Мне был нужен такой человек. Наверное, я тебе до смерти надоела. Если так, то прости. Ничего, это сладкая смерть.
Я надеюсь, что ты не... Мне действительно тяжело сейчас. Я даже не стану искать оправдания. Все эти разборки с Мейсоном мне нелегко даются. Я все время на грани нервного срыва, и я не хочу, чтобы ты думал... Я не всегда так занудлива. Дерек, ты замечательный человек. Дерек, мне не хочется, чтобы ты заблуждался на мой счет. Постарайся понять. Джулия, не нужно, прошу тебя. Я все понимаю, ты не готова к новому роману. Я, кстати, тоже. Ты меня в краску вгоняешь. Нет, не надо, не красней, Джулия. Я знаю, ты разделяешь мои чувства, я достаточно прожил, чтобы понять, сейчас обстоятельства не в мою пользу. Но у меня мало знакомых в Санта-Барбаре, и ты мне нравишься больше всех. Точнее, я считаю тебя своим другом. Спасибо, я тебя тоже. Возможно, со временем мы станем очень близкими друзьями. Здесь все изменилось, правда? Абсолютно. Кто бы мог такое предположить? Итак, нам нужно разобраться с Ники. Можешь ничего не объяснять. Что бы ни произошло между вами. Иден. Между нами ничего не было. Я позволил ей пару раз переночевать у меня. Она не сумела сразу найти жилье. Ники спала на моей постели, но со мной никогда. Никогда. Знаешь, меня бы это не остановило. Я бы все равно постаралась вернуть тебя. Слава Богу. Неужели мы снова здесь? Вместе. Там, где обменялись брачными клятвами. Я никогда не забуду их. Что происходит? Не знаю. Что это? Ты слышишь? Автор сценария Бриджит Добсон, Джером Добсон. Режиссер Том МакКоннелл. Сериал «Санта-Барбара» подготовлен к показу российской государственной телекомпании «Русское видео» на технической базе киностудии «Ленфильм» Санкт-Петербург.